Сколько метров этот номер? Квадратный метр? Да. 32. 32 квадрата. А эти приборы есть? Чай, кофе? Чай, да, там все. Здесь, да? Здесь мини-холодильник, чай, кофе, приборы, антифрай, здесь. Выход. Выход на балкон. Это выход на Махалю. Да, на Махалю. Так вот, хороший выход. Так это снова ванна, да? Все в таком стиле номера сделаны, стилизированы. Полюксы, все ванны. Угу. Стандартный номер, да? Что думаешь, ванна меньше? Видите, какой номерочек хороший. Стандартно здесь душевые, да? Так, это у нас полулюкс, да? Апартамент. А, апартамент. Есть два санузла. Сразу. Тоже здесь есть. Балкон. Балкон. Да, здесь попросторнее уже. То же самое выход. Да, здесь просторно. Да. Хорошо. Вечером здесь очень. Вечером, да, очень приятно сейчас, особенно это период август-сентябрь. Вечером уютно будет. Погода тоже. Здесь есть у нас учаки, мангалы. Угу. То есть можно сделать вечером мастер-классы. Или барбекю. Барбекю, да. Угу. Сегодня у нас намечается банкет. Угу. На 35-40 человек. Ну, вот здесь у нас особенно лаунж-зона. И утром с 6:30 до 10 завтра будет фуршет на столе. Угу. На 4-м этаже. Откроем все окна. Угу. Прохладно будет и приятно. Утром поставим музыканты. Угу. Они будут играть на национальные инструменты. Угу. На ночном языке. Да. С Габриэля. Ага. А ты это с крыши. Вид на Ташкент. Это район Шотуруставель, улица. В принципе, локация тоже недалеко от центра. Если группы или делегации будут, мы здесь будем кормить. Обед, завтрак можно сделать. Утром, как да. Протокол к обеду тоже можно сделать для группы отдельный завтрак. Угу. На сколько мест здесь? На 60. Ну, здесь достаточно просто. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Приятного аппетита. Работает с 8 утра, а с 6 утра до 8 вечера. Ну, я бы не сказал, что он маленький, но достаточно. Да, для отеля такого нормально. Да, необходимо. Все, что есть для здоровья, здесь есть. Да. Так что занимайтесь спортом и будете здоровы. Да. Так, душевые кабинки для занятий спортом. Да, там уже самое тоже есть. Такие душевые кабинки с хорошим душем. Сауна финская? Финская. Красиво все, все новое. 3 месяца, да, всего? Нет, уже год работает отель, но с мая у нас загрузка. Угу. Вот. До этого почти 2 сезона проживали здесь, угу. Потому что из-за пандемии. Ну да, да, да. То есть все новенькое, все красивенькое. Так, это у нас конференц-зал. Конференц-зал рассчитан на 35-40 человек. Есть экран, проектор, угу. Музыкальное оборудование,
микрофоны, фигура. Все, что нужно для конференции. Сейчас я провожу здесь тренинги, детские программы, то есть обучение. Большое спасибо за обзор отеля. Я думаю, что спасибо. Мы сработаемся. И вообще приглашаю гостей сюда, спасибо. В этот замечательный отель. Спасибо. Всего доброго. Спасибо.